Новым президентом Италии стал 73-летний Серджио Маттарелла. Парламент утвердил его кандидатуру с четвертой попытки. До этого не удавалось набрать нужного количества голосов. Предыдущий глава государства, 89-летний Джорджо Наполитано, досрочно ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. Уроженец Палермо Серджио Маттарелла начал активно заниматься политикой после того, как в 80-м году по заказу мафии был убит его брат, губернатор Сицилии. Маттарелла, в частности, возглавлял Министерство образования, занимал должности вице-премьера и руководителя Минобороны. С избранием на пост президента Серджио Маттареллу поздравил президент России Владимир Путин.